Мы вновь в репетиционном зале имидж-клуба «Светлана», где наши прекрасные участницы осваивают нелегкое искусство профессионального дефиле. На какой стадии сейчас подготовка к дефиле? Сейчас еще идет процесс обучения. Осталось буквально два урока сегодня и на следующий урок. И после уже пойдет постановка. Да, будет у нас две постановки абсолютно разные. Поэтому сейчас мы доучиваем новый материал. На следующий урок мы его будем закреплять. И через урок мы уже будем приступать к постановкам. Это очень такой сложный и ответственный момент, потому что девушки должны, во-первых, да, чтобы у них посещаемость была, чтобы они все были на местах и чтобы они понимали, что делать. То есть там уже нужно будет быстро соображать и ориентироваться в пространстве, работать с партнером и эмоционально в том числе. Лариса, скажите, какие у вас впечатления от дефиле? Ну, раньше, глядя на девушек, которые идут по подиуму, мне казалось, что это легко, очень легко и просто. А это нелегкий труд. Перед тем, как приступить к дефиле, у нас идет разминка очень серьезная, кропотливая. А потом мы уже приступаем к обучению дефиле. Очень интересный, но сложный труд. На каблуках я хожу не часто, но в последнее время, в силу того, что я здесь, я должна учиться это делать заново, потому что у меня год назад был перелом, и через год буквально я стою на каблуках, и я здесь. Это класс. Лариса, о чем вы думаете, когда идете по подиуму? Я думаю о самом подиуме, о самой картинке, как выставить ее. У нас же существует картинка процесса, и мы идем три шаги налево, две шаги направо, поэтому об этом и думаешь. Заметили ли ваши близкие какие-то перемены в вас? Конечно, заметили. Более открытые, более общительные стали. Мы все девочки, кто в группах. Более веселые, что ли, более жизнерадостнее стали на жизнь смотреть. Оксана, скажите, как вам дефиле? Очень изменяющаяся вещь, поскольку я расту, каждый раз нужно находить новый центр тяжести. Иногда бывает падаю с каблучков. Тяжело ли быть моделью? 50-50. В принципе, от природы в нас и так все заложено, но все равно нужно работать над собой и продолжать учиться и совершенствоваться. Что вам дается тяжелее всего? Ничего. То есть все легко получается, все да. Замечательно? Да. Заметили ли вы в себе какие-то изменения? Большие изменения. Я поменяла прическу, я поменяла стиль в одежде, поменяла некоторые привычки. Ну, как бы для начала это и так неплохо.